Привет, друзья! Лето в разгаре, а это время концертов и фестивалей на свежем воздухе, отдыха у воды. А чем заняться в эти выходные, расскажу вам прямо сейчас. Это афиша с Еленой Трусилиной. Уже традиционный фестиваль керамики Гжельфест состоится 6 июля. Он начнется в 14:00 в селе Речицы на улице Художника. Обязательно приезжайте туда, потому что вас ждут мастер-классы, выставка, ярмарка, концертная программа и зрелищный обжиг большой фигуры на открытом воздухе. Самая зрелищная часть начнется в 21:00. Вход свободный. Большие семейные выходные пройдут в Раменском парке 6-7 июля. Команда парка приготовила много активностей для всей семьи. Вы сможете принять участие в товарищеском турнире по шахматам, сыграть в настольные игры, сделать классные фотоснимки в тематической фотозоне, пройти мастер-классы, в общем-то, насладиться теплыми летними денечками. Приходите, вход свободный. В такую жару так и хочется провести время у воды. И вот вам отличная идея. В эту субботу клуб сапсерфинга «Викинг» приглашает вас на двухчасовые прогулки по Москва-реке из села Марково. В 15:00 состоится прогулка для новичков, для тех, кто никогда не стоял на сапе. Поверьте, это интересно и просто. Ну а в 19:00 вас ждут на закатную прогулку. Два концерта проведут в эти выходные во дворе ресторана New Slam. В пятницу концерт посвящения Михею. Вас ждут лучшие песни команды Михей и Джуманджи от соавтора группы Мистера Брюса. Ну а в субботу вас ждет уникальное рок-фаер-шоу. Команда, которая исполнит хиты легендарной группы «Рамштайн», будет горячо. Начало концерта в 20:30. Лесной театр «Фон Мекка» празднует свой день рождения в эту субботу, 6 июля. По такому поводу они решили позвать целый оркестр Александра Каштанова, который исполнит яркие, задорные балканские песни. Начало концерта в 18:00. Он пройдет на берегу лесного озера ММР в Кратове. Вход свободный. Друзья, желаю вам классных выходных! А еще больше событий ищите на портале «Мой округ». Пока-пока!